В Лебедевской школе на прошлой неделе приступили к долгожданному ремонту кровли. Год назад сюда с визитом приезжали спикер Заксобрания области Андрей Шимкив и глава района Олег Лагода. Тогда было принято решение срочно изыскать средства на ремонт. При перегруженном бюджете это было непросто. Однако поставленную задачу выполнили и работы начались. Рабочие трудятся с начала прошлой недели, убирают опилки, которые служили здесь утеплителем, где, возможно, снимают старый шифер. Затяжные дожди не позволяют форсировать работы. Те два этот корпуса убрали, вот это третий корпус. Потом уже будем начинать крышу скрывать. Здесь утепление надо вот провести. Вот. Ну, стараемся, чтобы без сейва раньше времени сдавать. Проектно-сметная документация и экспертиза по школьной крыше были готовы еще в прошлом году. Но прежде чем заключить контракт, долго проверяли не только документы, но и подрядную организацию на благонадежность. Выяснили, что в черных списках фирма не значится. Работает в Новосибирской области на ремонтах детских садов и вузов. В итоге федеральные средства были выделены. По условиям контракта заменить 600 квадратных метров крыши подрядчику нужно за месяц. Этого ремонта мы ждали на протяжении, ну, уже нескольких десятков лет. Здание построено в 1961 году, и поэтому кровля обветшала. Большие слова благодарности мне хочется сказать и Андрею Ивановичу Шимкию, Олегу Владимировичу Лагода, которые, вот, наверное, и для них с большим трудом, но все-таки помогли нам добиться, чтобы ремонт был. Здание Лебедевской школы большое. Часть кровли была отремонтирована несколько лет назад. Теперь работа будет доведена до конца. Частично заменят деревянные перекрытия, положат новый утеплитель, а двухскатную крышу покроют новым металлопрофилем.